Сейчас, дорогие братья и сестры, по сложившейся уже традиции, будет прочитана молитва, в которой мы будем спрашивать благословение Божие на предстоящий Великий пост. Давайте помолимся. Надея не всем концам земли, и сущие море далече, Боже, пронареки святые дни сия постные законом и пророки, и евангелисты, сподобив всех в чистоте течения постное прийти, веру неразлучно соблюсти, и заповеди Твоя сохраните. Во все дни живота нашего. Ангела мирно заповешь соблюдать и входы наши, и исходы, на всякое дело благое, и послушающий, и соугождающий к совершенному причащению пречистых Твоих тайн. Прими же, Владыка, коленное поклонение и пост рабов Твоих, подая им благословение духовное и всем нам во Христе Иисусе Господе нашим. С ним же благословенности со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Завтра с вами вступаем в время Великого Поста, которое будет длиться 6 недель. И 7-я неделя, она особенная, как бы отдельно отстоит от дней Четыридесятницы, это Страстная неделя. Конечно, многие из вас уже приступали к посту, но для чего нам дан вообще пост, да? Именно вот Великий пост, потому что во время поста мы будем с вами пробовать учиться, что? Молиться. Потому что если молитва не совершается, если молитва не творится, то все в этом мире бесполезно, ибо мир этот стоит в молитве. И вот мы с вами тоже приступим к этому очень непростому и трудному делу. Будем себя понуждать, заставлять на более долгие молитвы. И мы должны для себя тоже понять, что пост для нас является неким именно военным действием. Против кого же мы будем воевать? Против, конечно, врага злобы поднебесной, против, конечно, своей ленности, своих каких-то вот, как называется, ходу жизни, на страстей и дурных привычек. Это будет бой, в котором в этом бою мы будем себя познавать, и в основном с не очень хорошей стороны. Потому что обычно я себе думаю, что мы довольно-таки хорошие люди, да, и меня-то Бог любит, вот это вот надо наказать, а меня-то Бог любит. Но оказывается, когда мы приступим к посту, то вдруг мы обнаружим, что в этой битве у нас будет, конечно, проигрыши, мы будем проигрывать, потому что будем согрешать, не выдерживать того или другого. Но самое главное, что мы будем себя узнавать. Узнавать именно, кто мы такие с вами есть. Вот. Когда человек познает себя, именно кто он такой есть, тогда он понимает, что нужно делать дальше, чтобы жизнь его складывалась лучше. И пост, он не всегда будет у нас вот такой прямой, хорошей дорогой, будем церковь ходить, проститься, причащаться. Как раз будет очень много грязи всех. Мы ее на себе будем обнаруживать, эту грязь. Но вот для того пост и дан, чтобы эту грязь обнаружить и себя, как некоторую коросту и болезнь, в себя ее стряхивать. Вот для чего мы с вами будем выступать. Конечно, священники обычно перед началом Великого Поста говорят, что пост — это не тело убийства, а страсть убийства, что главное не есть человек, именно людей ближних. Вот. Конечно, это все правильно. В основном мы как-то мало воспринимаем такое, да, больше согрешаем. Но
Даже если мы с вами и согрешаем, то мы приходим, что делаем? Исповедуемся, каемся, желанием, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Это называется покаяние, изменение жизни к лучшему. И вот, вот когда мы с вами так будем делать, да, у нас будет не получаться. Это обязательно, мы увидим, что многое будет не получаться. Но главное приобрести вот такое понимание. То есть что такое понимание себя? Это смирение. Когда человек познает, что оказывается, он сам-то ничего не может. И без Бога он-то ничего не может. Только именно с Господом, только с Его волей, с Его силой, с Его в Него веру. Только тогда человек что-то может сделать хорошее. И вот перед началом Великого Поста, который завтра утром уже мы будем совершать сугубые молитвы, длинные молитвословия, начнется пост. Что мы делаем? Конечно, просим прощения. Естественно, мы потом будем опять ругаться с друг с другом, ссориться, но на то и жизнь церковная в том, и ее замечательность, что люди совершенно различные, разноплановые, можно так сказать. Вот ради Христа все-таки старается как-то примириться. Почему, например, вот, ну, люди, живущие без Христа и не понимающие, что значит именно примиряться друг с другом и почему этого нужно, они не имеют мира в себе. Когда человека нет мира внутри себя, что у него? Только беспокойство, только страхи, фобии, страхи. Вот что значит не иметь мира. А когда мы с вами просим друг другу прощения, вот. Потом опять где-то вот привлекаемся, но опять просим, то в этом мы сходимся в одном. Мы именно это совершаем ради Христа. Почему во многих таких организациях, общественных организациях, люди не могут найти компромисса никакого между собой? Потому что не просим прощения, потому что нет этого понимания, что надо ради общего блага надо стараться друг с другом примиряться. Для общего блага и для личного своего блага, когда я имею мир со всеми, да, с людьми. Не мира угождать, а именно ради Христа иметь мир в себе. Чего я вам всем пожелаю. И хочу также перед началом Великого Поста и спросить тоже у вас прощения. Благословите отцы святые, братья и сестры, и простите велико согрешим Господи словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Бог благодать пищеводами своего человека любви, помилует и спасет всех нас. Сейчас мы вместе будем спрашивать друг друга прощения. Сейчас крестику подойдете, потом батюшки будут стоять в церкви.